А теперь я приглашаю Александру Томашевскую и Захара Малахова рассказать про опыт внедрения АТС в группе компании Дом.РФ. Прошу. Так, включите, пожалуйста. Да, отлично, спасибо. Да, меня зовут Саша, я SEO потока. Поток, если вдруг там кто не знает, это CRM-ка для подбора. Вот. И сегодня вам Захар вот с Антоном расскажут всю интересную мекотку, вот все цифры, как это там все происходило с точки зрения рекрутера. Я хотела сказать буквально пару слов про то, почему для нас, почему вообще кейс Дом.РФ настолько важен, вот, и почему мне кажется, что таких кейсов должно стать больше. Смотрите, то есть мало того, что это действительно очень успешный кейс, это еще и самое быстрое внедрение в компанию такого размера. То есть от там, первого знакомства до того, как компания начала использовать АТС-ку, прошло 3 недели. Вот, то есть ну, такого, в принципе, не бывает. Вот. И, собственно, почему? Ну, все очень просто. Хотя мы все очень любим на конференциях говорить про там, AR, VR, чат-боты, все на свете, подход к выбору системы все еще безнадежно устаревший. То есть, ну, как это происходит? Там HRD говорит, хочу внедрить систему, идет в отдел IT, IT пишет ТЗ, потом идет в отдел безопасности. Вот они еще что-нибудь дописывают. И вот уже буквально через 6 месяцев начинается тендер, еще 6 месяцев, и вот буквально уже через год